В Вологде снимают кресты с Софийского собора. Это связано с необходимостью реставрации святыни. Свидетелями сложной операции по спуску одного из крестов стали наши вологодские коллеги. Больше 400 лет осеняют соборную горку в Вологде кресты величавого Софийского собора. Ветер и суровая северная погода не пощадили их. На крестах имеются многочисленные утраты и повреждения. Совсем недавно один из крестов на юго-восточной луковице сильно накренился. Дирекция Вологодского музея-заповедника, в пользовании которого находится собор, приняла решение о немедленной реставрации древней святыни. На самом деле конструкция она была повреждена внутри купола, и были опасения, что крест может рухнуть. Вот, сейчас этот крест будет храниться на территории Вологодского музея-заповедника, и мы ожидаем, что после проведения всех необходимых процедур конструкция будет отреставрирована, и крест будет, конечно, обратно водружен на храм. Снять крест с высоты почти 60 метров – сложная задача. Трудно представить, как древние мастера, не имея специальной техники, установили его на такую значительную высоту. В 21 веке для того, чтобы осуществить демонтаж креста, ушло 3 часа работы промышленных альпинистов и специального подъемного крана. Сейчас надо зацепить его, поднять. Кресты древнего Софийского собора сами по себе уникальны. Внизу креста находится цата – полумесяц, который символизирует царское достоинство Христа Вседержителя, или якорь, венчающий главки храмов кораблей, везущих верующих ко спасению в бурном житейском море. За долгие столетия основание крестов-якорей прогнило и расшаталось. Специалисты в Вологде реставрации обследуем все 5 глав на предмет составления ведомости работ, то есть определяться виды работ, соответственно, и где-то вот месяц, наверное, скорее всего, будет сделаться проектно-сметная документация, после определиться сама сумма, то есть сколько необходимо средств и какие виды работ, ну и, соответственно, следующим этапом будет проведение ремонтно-реставрационных работ на все 5 главках. Тщательного обследования специалистами ожидают и остальные кресты Софийского собора. По предварительным оценкам реставраторов, эти работы продолжатся не один месяц, и не исключено, что эта уникальная операция станет началом комплексной реставрации крестов известнейшей вологодской святыни. Владислав Калашников, телеканал «София».